Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую с великим праздником, с Великим Четвергом. Действительно, этот день приравнивается по своему значению к двунадесятым праздникам, хотя в календаре таковым и не называется. Потому что в основе двунадесятых праздников лежат важные евангельские события. И в их честь, в их память и устанавливаются соответствующие праздничные дни. Вспоминая об этих празднованиях, мы должны проникнуться с их спасительным смыслом. Вот Великий Четверг как бы формально не принадлежит к этим двунадесятым праздникам, но по своему значению, по всей вероятности, превышает все эти праздники. Потому что он, этот день, установлен в честь величайшего события в человеческой истории. Накануне своих страданий Господь совершает великое чудо. Он обеспечивает все последующие поколения людей возможности быть соучастниками и сопричастниками тех спасительных страданий, его смерти и его воскресения, которые изменили ход человеческой истории, и не только истории, но мета-истории того, что превышает всякую человеческую историю и уходит в вечность. Мы обрели возможность приобщаться его страданиям, его смерти, его воскресению через вкушение хлеба и вина, который в таинстве Святой Евхаристии претворяются в истинное тело и в истинную кровь Господа и Спасителя. Вот это великое и спасительное таинство действительно помогает людям войти в общение со своим Творцом. И вот через вкушение тела и крови Спасителя, как я уже сказал, мы приобщаемся к вечности. Мы вместе с Ним в этой жизни и надеемся в жизни будущего века. Святые отцы, особенно Симеон Новый Богослов, много говорил о том, что Евхаристия является таинством Церкви. Так оно и есть. Через это таинство мы, простые люди, грешные люди, через покаяние и причащение тела и крови Христовой и образуем Его тело, Его Церковь. Без Евхаристии нету Церкви. Без Евхаристии нет спасения. И это явлено нам через великое чудо совершения первой Евхаристии на Тайной Вечере Господом и Спасителем. И покуда это чудо совершается, Господь с нами. Он оживотворяет свою Церковь. Он дарует ей великие силы подымать человека от праха неведения и греховности, возрождать к жизни будущего века, преображая в том числе и жизнь века нынешнего. Таинство Святой Евхаристии, таинство Церкви – это то, что открывает нам врата Божьего, вечного и небесного Царства. Я всех вас сердечно поздравляю с этим праздничным днем. Я всегда призывал и сейчас призываю обязательно в этот день причащаться всем. Ни в коем случае нельзя говорить, но вот я там вчера причастился или позавчера, поэтому сегодня не пойду. В Великий Четверг все должны причащаться. Мы должны являть себя как евхаристическая община, продолжающее делание той общины, которую созидали и образовывали святые апостолы, и которые причастились через вкушение хлеба и вина истинного тела и крови Спасителя на Тайной Вечере. И да помогает нам Господь хранить в нашей памяти, особенно в нашем сознании, в глубине наших сердец,
понимание того, сколь важно для дела нашего спасения Святая Евхаристия. Нет ничего более важного. Когда через покаяние мы приступаем к телу и крови Христовой, приобщаемся божественной природой Господа и Его человеческой природы. Но что может быть сильнее, возвышенней и более значимой для человеческой жизни, как это святое таинство? Иногда люди, стремясь, то, что называется, более тщательно подготовиться к принятию тела и крови Христовой, говорят, что часто причащаться не могу, надо серьезно подготовиться. Но, как я уже неоднократно говорил, это самое сильное дьявольское искушение, которое только действует на людей. Дьяволу удается, воздействуя на наше благочестие, убедить нас, что нам не надо причащаться, ссылаясь на то, что, мол, недостаточно готовы. А можем ли мы быть вообще достаточно подготовлены, чтобы причащаться телу и крови Господней? Да, конечно, нет. Что самое главное надлежит сделать? И каковым является непременное условие прикосновения к телу и крови Христовой? Это покаяние в наших грехах. И каяться надо, конечно, не только на исповеди. Собственно говоря, мы призваны к покаянию каждый день. Когда завершается день, как важно проанализировать все то, что в этот день было, и пред иконой, перед самим Господом покаяться в том, что мы сделали, то, что называется «по горячим следам», потому что часто забываем наши грехи, а уж в конце дня точно можем обо всем вспомнить. И если у нас будет навык принесения покаяния Господу каждый день, тогда будет и более значимым, и более для нас убедительным, и более спасительным прохождение таинства исповеди, и, конечно, более радостным причащение тела и крови Спасителя. Еще раз поздравляю вас, мои дорогие, с великим праздником, равным двунадесятым праздником, с праздником установления спасительного таинства тела и крови Христовой. Всем нам желаю быть ближе ко Господу, а самую, что ни на есть, настоящую близость и дарует нам причащение святых Христовых тайн. Аминь. С праздником поздравляю всех вас.